Приветствую всех на канале Мировей, и сегодня я хочу сообщить о том, что я начинаю новую рубрику под названием «Дешево, но сердито». И первый рецепт, который я вам покажу, это котлеты из свино-говяжьего фарша. Для их приготовления вам понадобится свино-говяжий фарш, можно магазинный, можно домашний, по желанию. Запаренная овсянка, одна луковица, одно яйцо, соль, перец, панировочные сухари, немного муки и разные специи и приправы, предназначенные для мяса. Линда контролирует весь процесс приготовления. Она залезла на холодильник, и как раз сверху ей хорошо все видно. Линда чуть не прыгнула на стол, еле ее остановила. После того, как мы все ингредиенты тщательно перемешали, нужно посмотреть на консистенцию фарша. Если он слишком мягкий, тогда нужно будет добавить ложку муки или даже две, как в моем случае. Но это если фарш магазинный. Если он собственного приготовления, тогда мука не понадобится, так как он будет очень плотный. И теперь начинаем формировать котлетки. Берем столовую ложку фарша. Обваливаем ее в панировочных сухарях, эту массу, и формируем котлету. Можно делать маленькие котлетки, можно побольше, кто как любит. После того, как мы сформируем котлеты, мы будем их обжаривать на растительном масле на разогретой сковородке. Выложили мы котлеты на сковородку и теперь обжариваем их с двух сторон до готовности. То есть каждый бочок должен быть подрумяненный хорошо. С одной стороны котлеты уже готовы. Переворачиваем и ждем, пока поджарится второй бочок. Готовые котлеты я перекладываю на тарелочку с бумажным полотенцем, чтобы лишний жир стек. Этот способ хорош для тех, кому нельзя кушать слишком жирную пищу. Так выглядят котлетки в готовом виде. Вот наше первое блюдо и готово. Ничего сложного, в принципе. Получилось 12 котлет из 0,5 кг фарша. Если вам понравилось мое видео, подписывайтесь на мой канал, ставьте палец вверх и пишите комментарии. Линда уже поставила свой пальчик вверх. Главное, проверяюсь.